Если обидели их, ходите и оглядывайтесь. Три самых злопамятных знака зодиака. Конфликты и разногласия – это вполне естественные явления, которые возникают в процессе межличностного взаимодействия. Интересно, что некоторые люди, разрешив спор и придя к общему решению, быстро забывают о прошедшем и не сохраняют негативных чувств к своему оппоненту. В то время как другие долго удерживают в себе негодование и обижаются, даже если причина конфликта была незначительной. Астрологи отмечают, что у представителей определенных знаков зодиака есть тенденция сохранять обиды долгое время и неспособность быстро прощать. Кто же они самые непрощающие знаки зодиака? Телец. Люди, рожденные под знаком Тельца, не склонны прощать и забывать, и они весьма прямолинейны, когда дело касается напоминания другим о их проступках. Тельцы считают, что нарушителей следует наказывать, независимо от того, насколько серьезно они провинились. Если вы виновны перед Тельцом, они обязательно будут напоминать вам об этом неоднократно. Рак. Представители знака Рака являются чрезвычайно чувствительными людьми, и их легко обидеть. Их эдетическая память заставляет их защищаться от всех, кто когда-либо причинил им боль в прошлом. И хотя им не всегда легко доверять тем, кто однажды ранил их, раки порой рискуют открыться и верить снова. Скорпион. Скорпионы известны своей способностью не забывать ничего. Они могут запоминать даже мельчайшие детали самых незначительных событий. Как ни удивительно, обычные люди могут забыть многие вещи, но скорпионы сохраняют все в своей памяти. И в этом глубоком уголке их сознания, где хранятся все воспоминания, также хранятся все обиды, которые им когда-либо причинили другие люди. В этом выпуске мы рассмотрели три знака зодиака, которые обладают особой способностью сохранять обиды и негативные воспоминания о прошлых событиях. Телец, Рак и Скорпион проявляют разные аспекты этой черты характера. Телец известен своей прямолинейностью и склонностью напоминать другим о их проступках. Они считают, что нарушителей следует наказывать, и не стесняются делать это. Раки, будучи чрезвычайно чувствительными, могут быть легко обижены, и их эдетическая память заставляет их защищаться от людей, которые когда-либо причиняли им боль. Но они также могут рисковать и верить снова. Скорпионы выделяются своей способностью запоминать даже мельчайшие детали и сохранять обиды в своей памяти. Они не забывают ничего и способны хранить негативные воспоминания о других людях долгое время. Важно помнить, что каждый человек уникален, и характер не определяется только знаком зодиака. Хотя эти черты характера могут проявляться у некоторых представителей этих знаков, они не являются абсолютными правилами и не определяют характер человека полностью. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.